Прокуратура Ленинского района рапортует об очередном случае восстановленной справедливости. Суд удовлетворил иск надзорного органа в отношении жительницы областного центра, которая воспитывалась без родителей, а значит, по закону имеет право на получение собственного жилья. Именно в реализации этого права ей отказывали чиновники. Девушка с 2013 года стояла на очереди, но сдвигов не было. Проверка прокуратуры выявила неправомерность действий мэрии. Администрация города Иваново обязана обеспечить обратившуюся к нам девушку жильем, а именно благоустроенным жилым помещением по нормам предоставления. Сроки исполнения, естественно, они как бы незамедлительны, но в данной ситуации по мере освобождения жилых помещений в внеочередном порядке.